Настоящий такой подарок, настоящее чудо, когда оно звучало. Такое ощущение, что вот это вот попало в атмосферу вот эти вот, ну, вот этих сказочных дарей. Такое ощущение, что, знаете, как вот это все было настолько объемно, настолько ощущалось, что стоишь перед этой красотой, такое ощущение, что стоишь перед красотой, и вокруг вот сердце замирает, что сколько чего-то чудесного, небывалого рассказывается звуками, рассказывается этой мелодией. И так хотелось вот каждое чувство, каждый звук уловить. И так чудесно, что ну, настолько сердце наполняется этой мелодией, что все те варианты, которые предлагаются в сказочном мире, и спеть, и потанцевать, оно, знаете, оно, правда, хочется вот как-то ответить, откликнуться на то пространство, которое звучит, на то счастье, на то вдохновение. И правда, и сердце внутри уже ну, поет, и уже хотелось и петь, и хотелось как-то вот, ну как-то создаются все условия, даются все силы и вдохновения, чтобы вот именно откликнуться на это пространство. Это что-то небывалое и очень чудесное. И сейчас впечатление от встречи с ней, это вот просто огромная благодарность и счастье, и просто вдохновение. Вдохновение встречаться, вдохновение отзываться.